И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Димончик, как всегда отличное настроение, и сегодня мы играем в Майнкрафт, у нас карта Небесный Город. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Побежали. Так, надо тихонько, то я еще бахнусь. Это, опа, короче, Ниагарский водопад. О, кнопка. Ой, это пыхнулся. Я тоже. Ничего себе, секретики. Вот там рычаг, видишь? Ах, ты хитрец. А что мы будем медленно? Ну да. О, нажимаю на кнопку. Ой! Ой, бегите! Откуда они взяли? У меня не чем их бить. Опа, давай я буду кормить его хлебушком. Давай. Бери. Давай. Мы сейчас одного залупим. Он сейчас провалится, смотри. О, надо было ловушку ему сделать, Димон. О, смотри, ловушка. Ты что, дурак, что ли? Падай. Во-во-во, обратно. Я его сейчас в ловушку скину, Димон. Давай. Кидай его. Есть. Ну, ребята, мы их сейчас будем скидывать. Пока. Хлебушек заберем. Так, ловушка. Давай делай быстро для ловушки. Ну что? Кто к нам? Ты? Дурак, падай. Он меня убил. Че ты ржешь? Он меня убил. А че он перепрыгнул, что ли, нашу дырку? На, держи. Это тебе меч. Во, меч. Меч, гора с плеч. Вот назад возьми броню и одевай ее быстро. Самоубийца. Падайте. Ты что, не упал? Смотри, тебя не по воздуху уводят. Это что у нас? Это островок. Безопасности? Тут можно, это джакузи, во. Тут смотри, не упади. Ты сидишь, да, не балдеешь? Колобанга! Провозик. 8 гребаных часов спустя. Фух, это было жестко. Я меч затупил себе из этих решеток. Он теперь тупой, что ли? Да, алмазы тоже не вечны. Слышишь, что-то бултыхается. О, ну подожди, я... Ого! Че это за хрень внизу? Там? Ты видишь, что там внизу? Вот. Блин, тебе... Ё-моё, спасите! Димончик. И ржёт славно, не чтобы помочь, он ржёт. Смешно же. Блин, чё я упал? Ты меня толкнул, походу. Нет, ты толкал вообще-то. Иду на помощь. Я даже мог сказать, я просто ржал. Спасибо, уже не надо. Убил. Пришёл, когда одна осталась, типа, ну пойду понтанусь, а? Во. Так, смотри, там шипы внизу. Надо, короче, это, паркур, смотри. Оба, на, Димас, лучше беги. Смотри, кто напал. Опа. Это спринтрап, что ли? Это Golden какой-то там. Golden. Это, короче. Golden Balloon Boy. А есть такой? Это Golden. Не знаю. Да лучше бежать. Во, Димас, смотри, как здесь красиво. Лучше беги, Димас, он за нами идет. Он с укусом. Да не, я его убью. Он очкун. Он сейчас бежит сюда и убьет. Он боится. Это мы его боимся. Так. Под водой никого нету. Димас, беги, за нами погоня. Угони быстрее под водой. Иди отсюда. Вот они лежат. Откуда их столько взялось? Они вообще какие-то дерзкие. Раньше были добрые. Не то, что Balloon Boys 20 лет спустя. Ну, короткие штанишки, порванный пиджак. Иди тут, босс, куда он бежал? Они его ждут нас. Он, короче, по рации передает боссу. Не там. Я вижу, он там, он хорошо. Понял? Разведчики беспалевые. Да, все дела у них. Это серьезные пацаны. Ой, это сауна, что ли? А то нельзя попаркурить наверх никак? Можно. Хочется побороться. Идут. Я встречаю. Двое шпионов. Есть. И по голове. На, получайте.
Димас, беги! Ого, вы чё, подводные такие? Вы должны взрываться. Я бегу от них. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно дерется. Прям мне по голове дала пальцем. Ух-ух-ух. Совсем дерзкие стали. Подводная битва с аниматрониками. Битва нереальная. Я здесь на страху сижу и смотрю на тебя. Видишь, что творится? У меня меч уже начинает тупиться об их головы металлические. Ты чего? Все, я этот кружок сделал. Так, я пока отхожу. Подустал я. Рука болит. Я вижу. Надо отдохнуть. Я поем, пока он доберется до меня. Ну-ну. По лбу получи. Хлебушка держи, не надо меня кушать. Жареного мяска. Есть. Ты бы, Дима, столько видов. Ого, их сколько там. Я просто сейчас запрятался за колонной. Ну-ну. Подходи, ребята. По очереди. У него жизни очень медленно кончаются. Все, Димончик, меня сейчас убьют. Я убегаю. Я вернулся отомстить. Из прошлого. Смотри, чтобы помочь своему двойнику. Гаси их, гаси их. Не какие-то детский садик. Прямо в глаза мне, да, смотришь? Давай. Ой-ой-ой, прям свалился. Ничего, Димончик, я затащу. Я тащу, потихонечку. Не кусайся! Прыгай. Они кусаются. Прыгай, беги. Во! Ребята, продолжаем исследовать. Так, ладно, уходим из этого царства. Знаешь, куда нам копать? Видишь, смотри, куда я бью рукой. Где лестница? Видишь, нам туда надо идти. А, я понял. Ну все, давай пробиваемся туда. Пойдем, да, нам побежали. Надо пробиваться. Ребята, сейчас будем аккуратно проходить. Давай по Может, стелсу. Не увидят. Давай по стелсу, давай. О, засекли! Так, я наверху. Блин, лук надо было найти нам. Он один, Димон. Он один. Сейчас я со спины на него напрыгну. Опа, его не вижу. О, идет. Она одна. Ждем. Бьем! Есть. Что там, получается у тебя? Да, я получается. Смотри, где я. Во. Ну, я здесь. Ага. Ты думал, я вообще конченый, что ли? Так, ой. Ого. Откуда он взялся? А кто? А, это ты? Прыгнул. Он сверху был на перекладине. Вот говно ударил меня и свальнул. Так, и чё толку, что мы тут кругами ходим? Смотри, а там можно было с самого низу просто по фонтану подняться. Ну мы, блин, шахтёры. Говорится, не для самых умных. Давай сейчас высотку покорю какую-нибудь. Давай. Вот. Опозорься. Высоко же. О, смотрите, я лезу прям по башне. Ничего себе. Да. Это я прополз. Я верю тебе. Мод такой, да, скажи, установил? Да. Называется паркур спайдер мод. Может, прокопаемся вниз? Думаешь? Да. Давай. О. Прикольчик. И не зря. Так, подожди, мы... Димон, ты специально это сделал? Мы вернулись назад. Я не знал. Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.